Друзья, 75% из вас смотрят ролики без подписки. Пожалуйста, исправьте это дело, сделав красную кнопочку серой. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. Это рубрика «Разоблачение фейков PUBG Mobile», в которой мы проверяем подозрительные видосы по PUBG со всего интернета. Ну а эти видосы на проверку нам присылают подписчики. Так что призываю вас не оставаться в стороне и отмечать меня в ТикТоке под теми видосами, которые показались вам странными. А сегодня вас ожидает сочный выпуск, так что устраивайтесь поудобнее, надевайте самый вкусный чай и приятного вам просмотра. Впереди Новый год, и наверняка многие из вас захотят сделать себе подарок и повыбивать нового арктического завоевателя или даже замахнуться на Макларен. Для этого нужно пополнить UC максимально выгодно, дабы каждая копейка пошла в дело. И на такой случай я всегда рекомендую вам Купикод Gold. Это сервис пополнения счета в мобильных играх, через который прошло более 5 миллионов успешных пополнений. И конечно, среди множества игр нас интересует PUBG Mobile. Пополнение баланса происходит здесь просто дешево, а главное безопасно. Нужен только ваш ID, который мы вводим вот в это поле. Этого достаточно, не нужно никаких паролей. Ну а теперь выбираем, сколько нам нужно UC. Чем мне нравится Купикод Gold, так это тем, что тут всегда самые низкие цены на рынке. А еще можно ввести мой промокод SNX и сэкономить дополнительно 5% от суммы пополнения. Кстати, промокод работает на пополнение любых игр, не только PUBG Mobile. Как определились с количеством, оплачиваем любым удобным способом, картой, без комиссии или купикоинами. Доставка UC, как правило, происходит за пару минут. Но если вдруг что, на связи техническая поддержка 24/7. Кстати, про купикоины, с помощью них можно дополнительно сэкономить, ведь пополняя ими, вы получите бонус, и чем больше сумма, тем больше вы получите халявных коинов. Так что берите на заметочку. А если вы авторизуетесь через ВК или Телеграм, сможете получать бонусы и постоянный кэшбэк при каждом пополнении. А еще получите 50 купикоинов за регистрацию. Также в соцсетях Купикод Gold есть ежедневная раздача валюты и очень часто проходят различные розыгрыши. Поэтому также рекомендую подписаться, дабы не пропускать халяву. Ссылочка на Купикод Gold уже в описании, переходите и ознакомьтесь, а мы продолжаем. Первый сегодня видос сразу же из мобайла, и в нем автор рассказывает нам лайфхак с дымом, что якобы если кинуть дымовую гранату, то сквозь ее дым вы ничего не увидите, а вот если выстрелить дым из дымового пистолета, который совсем недавно завезли в игру, то дым от вашего лица будет просвечиваться и врагов будет видно, а вот им вас нет. В комментариях, разумеется, многие в недоумении, во-первых, правда ли это работает, а во-вторых, реально ли есть в игре такой дымовой пистолет. Так что берем напарника и погнали отвечать на все вопросы. Какая-то херня, мне кажется, нет никаких различий. Ты думаешь, нет? Да, мне кажется, это как-то, ну, типа, смог за ванвейли и все. Как-то кинули не под тем углом и все. Ну, не знаю. Постановус постановили просто и все, а потом склеились. Все-таки оружие разное, я допускаю, что такое может быть. Ну, давайте посмотрим, найдем этот дымовой пистолет или как он там. А, ну давайте. И давайте, все, ну и все. Дымовая шашка. Вот это сюрприз. Нифига себе. Неожиданно и приятно. Он в ящике лежал? Да, то вон там ящик в том доме какой-то, этот синий такой, ну короче, редкий. И оттуда он высирается, короче. Я думал, ты с главного ящика его достал. Не-не-не, он там в том доме был. Понял. Так что, ребят, короче, есть тут такая штука, кто там спрашивал, сомневался. Давайте тестить, реально ли все так. Ну видишь, у него патроны свои, то есть, типа, не он... Пчелка. Это я сосед 2.0 с другой стороны. Не, на самом деле, типа патроны у него свои. Я вот к тому, что просто так попыхать с него не получится. Нужны патроны специальные. Да пыхать вредно. Вот откуда их взять, это типа, да. Я просто хочу повторить так же, как автор. Ну лучше-то там к стенке, да? Да. Кстати, как раз таки здесь, по-моему, плюс-минус и делали. Так. Так, у тебя есть смоук? Все есть. От тебя только надо запись от твоего лица. Пов, так сказать. Пов. Есть такой пов. Пов, Артём. Я, короче, сажусь. Ну чё, тебя, соответственно, не видно. Видно только твой маркер. Ни с какой стороны. Вот я оббегаю со всех сторон. Да. Тебя вообще никак не это. Вот. Не видать нигде. А сейчас посмотрим пистолета. Я, по-моему, плюс-минус так же кинул, как автор. Ну, что-то жидко. Ёб твою мать, что это такое? Что-то жидко, да, как-то? Ну, а что, у тебя вон пятки торчат. А, ты меня снизу, да, видишь? Ну, конечно. Вот, я на бугру, я вижу твои пятки, вот смотри. Да, пятки видно. Кстати, ну тебя не видно, а оттуда прям видно хорошо. А оттуда вот, я, слушай, действительно, я тебя вижу прям хорошо, как будто нет ничего. А ну-ка, встань-ка еще раз сюда, я сейчас пограмотнее сделаю. Я сейчас вот так вот смотрю, бах, ну вот так. Еще один? И вот так, да. Вот сюда. Но он очень быстро рассеивается, он рассеивается гораздо быстрее, чем этот обычный. Вот сейчас тебя не видно вообще никак. Вот, я тебя очень хорошо вижу. Так что это реально так? Работает, да? О, пацаны, ну это какиш полный, это one-way smoke получается. Да. Ну кайфик, значит не фейк. Реально, ребят, можно прикол. Брать на заметку.
Прикол. Так что если на ивенте теперь или в катке увидите такой дымок подозрительный, лучше прошейте его пару раз, чисто там на шарочку вот так вот. Потому да, что... Да, дымок окутал потолок, пацаны. Потому что там кто-то окутал его явно, да, не просто так он там раздымился. Видос оказался не фейком, и сквозь дым из пистолета реально видно врагов. Так что берите на заметку, если вдруг еще не знали. Второе на сегодня видео связано с мамонтом, а именно с нычкой, которую можно сделать с помощью него. Автор вырубает мамонта посреди озера на Ясной Поляне, тем самым организовывает себе искусственный остров, на который можно забраться и без проблем оттуда стрелять. И что самое приятное, оттуда точно никто не ожидает нападения. Реально ли мамонта можно использовать таким способом, и во всех ли водоемах данный лайфхак работает, полетели проверять. Ай, да ладно. Ага, искусственная насыпь такая чисто. Неплохо, неплохо. Ну а что, не баг, а фич получается. Ну да. Только мне кажется, ну, она максимально одноразовая. Типа, ты вот один раз так по какой-нибудь постреляешь оттуда и все. Потом, естественно, тебя просто сольют. Ну это да, но опять же, типа, можно же как-нибудь это адаптировать. Ну смотри, он лежит на бивне или на чем он лежит-то? Да, да, да. Ну можно просто ныкаться до конца и не палиться, а потом уже спалиться, когда уже все в воде будут. Ну это, может быть, подходящий скин какой-нибудь под воду найти, и вообще не видно будет на самом деле. Ну, может. Глаза просто не бросаешься и все. Ну прикол. Я думаю, Робби, давай посмотрим. Да, конечно. Оп, давай мамонта купаем. Тяни его сюда. Опа. Ой, еще две пульки. Еще да, надо одну, наверное. Ой-ой-ой. Меня скинуло с него. Так. Оп. Вот, смотри. Он подкинул вверх, видал? Видал, он под воду ушел. И что, ты на меня встать теперь можешь? Понимаю. Капец, ты слышишь, издалека выглядит. А можешь сесть на корточки, типа? Я вот прям на этот. На бивень залез, да? На бивень залез, вот сел. Слушай, а лечь нельзя на бивень, кстати. Отсюда это вообще... А вот, можно, можно, можно. Вот я лег на бивень. Отсюда это вообще какая-то магия. Чисто чел лежит на воде там. Знал я одного такого, который по воде ходить умел. Ну-ка. Слушай, ну прикольно, прикольно. Я прям и лечь могу. И как бы и все на свете вообще можно сейчас, сделать. Сейчас тоже пощупаю. Ну прям он реально лежит, прям в воздухе. Да. Сюр. Сюр. Но тут вопрос, типа, захочет ли кто-то разменивать мамонта на такую позицию. С одной стороны, да, если зона в воде где-нибудь сходится, это прям вообще будет незаменимая штука. А у меня сразу у тебя ответная реакция. Тут ну-ка. Ниже, чем лежит мамонт, ты не можешь уплыть. Тут толщина воды вообще другая. А. Видишь, он типа как будто бы на невидимой этой штуке лежит. А, типа то это есть... дно? Да, то есть, скорее всего, это только здесь работает. Например, в каких-нибудь других водяных условиях. Mm-hmm. Он, возможно, реально утонет, типа уйдет на дно. Ну, кстати, это можно проверить. Смотри, тут получается Робит 100% не фейк. Да, именно вот в Ясной Поляне, вот в этом озерце рядом с ним. Mm-hmm. Это 100%. И можно тут кемпить без проблем. А здесь он, наверное, не сядет, он, наверное, на бивень сядет. Хотя я сидел. А я сидел вот на этой штуке, вот здесь. А, во. Ну да, тут он вставать начинает. Короче, можно так стоять без палева, но все равно вас видно, типа с берега. Ну да, но не так сильно видно. Вы вот, допустим, по пояс сюда зашли, и уже ок. Но типа не так сильно видно, если еще какой-нибудь скинчик надеть. Это да. То вообще песня. Погнали потестим на обычной воде, работает так или нет. Угу. Так, ну, например, вот здесь, да? Ну да. Тут уже можно уже поглубже улетать. Нет, давай еще, наверное, подальше его куда-нибудь сюда вот прям. Во-во, сюда прям хорошо ныряется. Сейчас здесь посмотрим. Все, все уже? Погнал. Опа. Так, и что, интересно? А что, а все, он на тоже походу... А нет, подожди, бивень-то не торчит. А, торчит. Торчит. Не, нормально, в любом месте работает. Так что все, все-таки не зависит от темка. А, вот, все, да, и нырнул я под него прям четко. Все, хорошо. Получается, глубина не влияет. Так что, да, ребят, можно везде юзать. Пока ивент есть, такая тема есть рабочая. Берите на заметочку. Ништяк, вот это мы досконально проверили. Расширенная версия получилась у нас. А то, по подписочке. Да, ребят, видос не фейк, и теперь мы знаем про вот такую полезную функцию мамонта. Поэтому в случае зон на воде, берите данный лайфхак на заметочку. На очереди ролик из Метро Рояль. На видео автор летает с реплеем на 7-й карте и ныряет прямо под ратку, где находит секретную станцию, которая спрятана под картой. На ролике почти 12 тысяч лайков и куча вопросительных комментариев, что же это за секретное помещение, которое на 7-й карте никак не используется. Что ж, уверен, многие из вас сразу догадались, что к чему, но для тех, кто тоже удивлен, погнали разбираться. Итак, как я думаю, все знают, арктическая карта имеет два вида, базовые и продвинутые. И отличаются они не только отсутствием ратки и потерей лута, как многие ошибочно думают. На самом деле, отличия есть и в помещениях,
которые расположены под ней. Ведь на 7-й карте у нас есть 4 зоны, которые используются для выхода в ратку. А вот на 6-й карте выходы в ратку перекрыты. Но зато та дверь, которая на 7-й карте наглухо зашита, как раз таки и ведет вас в кавычках к секретному помещению под названием Зона Z. Я хоть и не сказать, что много играю в метро, был тут уже не раз. Поэтому для меня большое удивление, откуда столько людей под роликом, которые тегали нас и просили разобраться. Видимо, кто-то из них не понял, что Зона Z располагается под раткой, а кто-то и вовсе тут ни разу не был. Но так или иначе, ролик не фейк, и станция вполне себе существует, и в ней нет чего-то секретного. И заключительный видос на сегодня. Он скорее чисто фановый, его желательно смотреть со звуком. На чиле, на расслабоне. Это, короче, фановый видос, но мы обязаны его проверить. Просто посмотри, как чел сидит. Подожди, ну то есть он типа... Он нокнутый, да, его посадили на тигры, он просто как кайфарик расселся максимально. Слушай, ну это видишь, типа надо как-то и льва еще. А тигра я этого прям надо это... А я думаю, он поставить он... в позу. Я думаю, он даже без позы сидит, типа так же. Ха, ну это прикольно. Ну давайте глянем, что как оно. Так. Мой любимый дрил-исполнитель. Садись! Так, куда там надо скакать-то? Где он там был-то? Тут-то суть не в том, где он был. Можно, по идее, где угодно это сделать. Просто тебя надо нокнуть. Мне кажется, что суть как раз в том, что он, типа, как-то тигр стоял так, что забагалась текстурка. Типа, знаешь, что-то типа вот такого. Вот так. Ну да, так лишь просто наклон прикольный, реально, как, но как, просто, как нет, на лежаке. Просто сейчас ты просто, подожди, нет, это, отойди, нет, отойди. Встань вот сюда на бугор, вот сюда на бугор встань. И смотри. Понял? Ну ты, да. Уже, ты уже кайфариком стал, я вижу. Так, ну сейчас будем делать жигана, давай. Чпекс. Перенести, сосед не сверли. Установить на транспорт. Ва деловой сидит. Жених. Ну а чё? Так это прикол получается не в том, что нокнутый или не нокнутый. Так ты просто так деловой сидишь. Ну тут ты еще и руки, видишь, на живот кладешь, типа. А. Ну это с таким посылом тогда. Так он да. Не кладет. Вот сними сейчас костюмчик. О! Так еще более деловито получается. Чисто торчит третий шит этот броник. У тебя еще пузо как будто надувается. Чисто на отдых приехал, батя. Тигра хомутал, бля, сидит, откисает. Ору. Все, пацаны, я скис, пока. Ну это хорошо, прям, это прям очень фаново. Сосед, спасибо за сопровождение. Так что не забудьте показать друзьям такую вот анимку кайфарика. Ну а ролик, разумеется, не фейк. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам видео понравилось, было весело и интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами были мы, Илья и Артем. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.